Это прекрасный золотарник. Сегодня сила его еще сильнее, лекарственная сила. В нем очень много полезных и целебных свойств. Сегодня праздник, праздник иконы Божьей Матери Иверская. Я хочу помолиться за свою семью, за своих родных. Я хочу, чтобы Пресвятая Богородица молила Бога о моей семье, о всех людях. О Вседобрая Мать, Царица, Пресвятая Богородица, спаси и сохрани моего мужа, раба Божьего Сергея, моего сына, отрока Сергия, и всю мою семью со всеми сродниками. Спаси и сохрани. О Вседобрая Мать, защити нас от всего зла и несчастья. Покрый честным твоим амофором. Укрой нас от всего зла и несчастья. Помоги нам. Спаси нашу семью от всех бед и несчастья, от всех болезней. Спаси и сохрани. Пусть сегодня они, смотрящие на икону Твою, чтобы они ощущали, какое божественное, целебное свойство и сила шла от иконы Твоей, чтобы они отцелялись, чтобы от нее шло лекарство. Божественная, божественная энергия, защита сильнейшая. Я прошу Тебя, Пресвятая Богородица, спаси, сохрани, исцели, защити мою семью, моих родных, избавив их от всех плохих людей, от зла, от несчастья, от плохого слова, от плохого взгляда, от всех болезней. Забери у них все болезни. Дай им очень много позитива, добра, любви. Пусть все у них исполнится самым благоприятным образом. Господи Иисусе Христе, я прошу Тебя, спаси, сохрани, помилуй. Спаси, сохрани, помилуй. Защити мою семью и всех людей, и всех людей на этой планете. Избавь от всех несчастий. Господи, помоги всем людям и нам помоги. Господи, помоги всем людям самым благоприятным образом. Да будет воля Твоя, Господи. Спаси, защити, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, благослови на все дела наши. Господи, все в Твоих руках, Господи. Отче наш, на все святая воля Твоя. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Богородица, Дева радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты в женах, благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила Иси душ наших. Господи, помилуй, да будет так, пусть все будет по воле Божьей. Отче наш, на все святая воля Твоя. Господи, помоги всем людям и нам помоги. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, защити, защити всех людей от всех болезней. Пресвятая Богородица, укрой Твоим честным амофором. Избавь от всех, от зла и несчастий. Покрый нас своим целебным амофором. Защити, Пресвятая Богородица, помоги нам. Спаси, сохрани, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй, спаси, сохрани. Подай, Господи, подай. Прости нам все согрешения, вольные и невольные. Мы не ведаем, что творим. Помоги нам, грешным людям. Отче наш, на все святая воля Твоя. Травушка, будь сегодня самой-самой сильной. Сегодня праздник, праздник иконы Иверской Божьей Матери.
Господи, помилуй. Господи, помилуй, спаси, сохрани. Сохрани мою семью, моего мужа, моего сына, моих всех родных. Помоги им, сохрани. Избавь их от всех сил болезней. Помоги, Господи, спаси, сохрани, помилуй, Господи, молю Тебя, прошу Тебя, Господи, помилуй, спаси, сохрани, Господи, помилуй, подай нам, Господи, Господи, на все святая воля Твоя, Господи, все в Твоих руках, благослови, Господи, Господи, благослови все, что я сказала, пусть будет так, как Господь велел, не так, как я сказала, как Господь велел, не так, как я хочу, как Господь хочет, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, помилуй, спаси, сохрани, помилуй. Отче наш, на вся святая воля Твоя. Господи, благослови. Пресвятая Богородица, моли Бога о нас, грешных. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, спаси нас. Владыка, прости согрешения наши, вольные и невольные. Господи, защити все святые, молите Бога о нас, грешных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Защити и спаси, сохрани, Господи. Защити, помоги. Помоги. Помоги всем людям и нам, помоги. Аминь.